Всем привет, всем доброе утро. Я надеюсь, меня слышно. Если меня не слышно, то значит сделаю озвучку. Потому что вы у меня находитесь в чехле подводном, чтобы можно было снимать. Наконец-то я его взяла, не забыла. Чтобы снимать вам красоту морскую. Я надеюсь, что меня слышно. Вот, поэтому, во-первых, здесь очень сильный ветер сегодня. Во-вторых, вы в чехле, как я уже сказала. Вот. Ну ничего, максимум, если не слышно, я потом сделаю озвучечку. Мы на море, у нас суббота. Утром у меня была одна клиентка, и мы приехали на море. Вот. Специально больше никого сегодня не брала. У нас сегодня выходной. Людей, кстати, даже меньше, чем на той неделе, чему мы очень рады. Пацаны пошли попробовать, если есть рыба, если ловится рыба. Вот, ну а вообще сейчас пойдем купаться. Ой, там рыба есть вздутая какая-то интересная. Или что это? Это не рыба, это лук. Лук, лук, лук. Я жду Даниэльку, сейчас Даниэль там посмотрит, как есть у нас лов, нету. Вот, и придет Даниэль, мы пойдем купаться. Столько рыбок. Здесь не очень глубоко. Вот, ну, мы здесь всегда купаемся. Но тут так классно. И возле камней очень много рыб. Я это засняла. Я думаю, что будет хорошее качество и будет все видно. Рыбы просто переливаются на солнце, их не чешуя. Такое ощущение, что на дне моря бриллианты. Красота.
Ребята, у нас уже 5 часов. Мы накупались. Мы сегодня в основном с Даниэлей купались, наслаждались. Пацаны наши ловят рыбу, хотя ее нету. У других есть рыбаков, у наших нету. Не везет нам, елки-палки. Море замечательная красота, теплая. На улице жарко, хоть несмотря на то, что у нас 5 часов, и вот тоже скоро будет солнышко садиться, но все равно жара. Людей мало, ну так, знаете, иногда периодически кто-то приезжает, кто-то уезжает, кто-то приезжает. Вот мы тут сидим, наше место, мы на одно и то же место всегда садимся. Вот там еще люди есть, немножечко семья, в основном женщины и девушки. Хорошо, спокойно, отлично. Тут, кстати, ходили полицейские, проверяют, каждой семье подходят, спрашивают, все ли нормально, проверяют, что едим, что пьем, что курим. Вот, к молодежи, конечно, более тщательно допрашивают их, видят, если семья там с детьми, все такое. Просто там вот семья рядом с нами сидела, там были мужчины, женщины, они уже уехали. То их попросили, они пиво пили, их попросили убрать за собой бутылки, чтобы все собрали в пакетик. Вот мужчина пошел и собрал. Вот там один пацан, мужик, стоит на другой улице, на другой стороне. И он постоянно одну за одной вылавливает, одну за одной. Такая вот у него везуха, пруха, прям вообще везет пацану. Он там на что-то, на какие-то водоросли ловит. Вот, и вон еще пацан тоже достает рыбку. Видите? Словил рыбку, видите, не видел. Он еще ее не вытащил, Сейчас вытащит, наверное, что-то большое. Акула. Шучу. Вон она рыбка вышла, вытащила. Хорошая рыбка. Ну, отсюда не видно будет. Хорошая, добрячая. У нас нету, по-моему, там две рыбки поймали, пацаны, и все. Печалька. Не везет нам. Не везет нам рыбалки. Ой, хорошо, мы когда приехали, что-то я не знаю, мне это паническое такое опять состояние было, вот эти вот симптоматика, знаете, не то, что паника, а вот именно симптомы, вот это вот опять сердцебиение какое-то непонятное, подташнивает, ну хоть голова, слава богу, не кружилась, перед этим у меня и голова кружилась и тоже подташнивала. Вот это вот, к примеру, где-то у меня, вот после того, как мы в банк с мужем съездили, блин, оладик, вот у меня вот это вот все и пошло, вот эта симптоматика вся. Не знаю, вроде бы сказать, что я перенервничала, ну, естественно, был какой-то, знаете, такой вот, ну, напряжение, естественно, было. Вот, ну, чтобы прям такого сильного стресса, не знаю, или, может быть, как бы, ну, в моей голове, да, в принципе, как будто нету стресса, то есть ничего такого из ряда вон выходящего нету, но организм мой уже реагирует на всякие разные, даже самые маленькие стрессы очень агрессивно, вот, и потом мне от этого очень тяжело отходить. Я начинаю вот это вот вспоминать, что же со мной произошло, почему сейчас у меня такая сильная симптоматика, вот, и так далее, и тому подобное. Да ладно уже, проезжай. Это вот ездят на вот этих тракторонах. Не знаю, засняла или не засняла. Они такие шумные. Мало того, что они сами по себе рычат. Мотор у них такой. Еще у них очень громкая музыка. Вот девушки фотографируются. Женщины. Красавчики. Красавочки. Вот такая вот красота, ляпута. А потом, знаете, как-то вот покупалась в море. Сначала один раз зашли, вот в море хорошо. Пока я в воде, все отлично. Вышла из воды, вот эта вот жара. И, знаете, какой-то вот, ну, не знаю. У меня сразу вот начинаются думки. Вот жара, мне сейчас будет еще хуже. Если мне станет еще хуже. И вот такое вот все, непонятно какое. Вот, ну ничего, я, кстати, сейчас вожу с собой постоянно какую-нибудь таблеточку, валерьяночку, есть что-то такое посильнее, то есть если на случай, если
не поможет валерьяночка, то чтобы можно было как-то себя успокоить. Вот, выпила валерьянку и попила много-много воды. И ничего страшного, мы пошли с Даниэлем опять покупались. И тогда мне уже стало лучше. Сейчас тю-тю-тю, ну, отошла нормально, чтобы не сглазить. Вон идет мой рыбак один. Сейчас придут второй, третий. Пойдем к пацанам, посмотрим, что они там делают. У меня надоело уже сидеть. Солнышко спряталось за тучками. Красота. Серебряная вода. Красота. Сейчас ветерок такой еще прохладный, приятный. Ты куда? Ты куда? Только я пришла, не успела заснять. Рамушка словил рыбку. Ловил? Словил, да, правильно, словил рыбку. Там людей полно, полиции полно, штрафуют. Нельзя оставлять машины на левой стороне, нужно оставлять на правой стороне. Вот, и сейчас люди все перепаркуются, вот, потому что полиция делает всем эти... Как они называются? Блин, вылетело из головы на русском языке. Штрафы, вот. Делают штрафы. Вот так. Ну, давайте еще рыбку. Еще, пойдемте посмотрим, сколько у нас там. Посчитаем. Даниэль, сколько там? Они перепробовали сегодня, наверное, 3 подкормки. Мы сначала покупали в специальном магазине специальную прикормку, еду для рыб. Потом мы приехали, она что-то тут плохо на нее ловилась. Вон муж поймал. Вот это рыбка. Я как раз засняла. Успела в этот раз. Море, конечно, опасное, высокое. Там вообще он опасно на той стороне. Может на волна с ног прям сбить. Ну давайте, ловите. Ужинать сегодня будем рыбкой. Сколько там уже, Даниэль? 7. Класс. И дома 27. Уже 34. Можно пир делать. Класс. Давай. Это прямо 2 сейчас мы уловили. Ну, одну выпустили, маленькая была, чересчур, прям жалко, пускай растет. Больше станет, не жалко будет ловить потом. О, мужчинка, мужчинка поймал. У рами оторвалась. Вон мужчинка, ой, у мужчины тоже упала рыбка. Мужчину, молодого человека. Подожди, Даниэль вловил краба. Хоть что-то. Не жми на него только. Молодец, добытчик. Даниэль, отстань от него, Даниэль, не мучай его, он спрятался. Ты видел, как он залез? А глянь, какие уже водоросли, отцветает море. Осень уже. Такие водоросли, как... волосы. Раньше они такие не были. Были такие листочки. Зай, не надо. Ну не надо ножницами. Возьми палочку. Но палочка не сложится. Я не давлю.
вечеру больше людей, потому что жара спадает. Ой, еще влобил он. Давай, давай, тяни, тяни. Мы еще когда приехали сюда, на наше место, тут вот, вот прям вот на этих камнях были несколько человек. Ну, тайландцы, наверное, скорее всего, тайландцы, тайванцы, может быть. Ну, тайландцы, наверное, скорее всего. Вот, и вот они что-то в камнях, в скалах, что-то искали. Я не знаю, что, но, наверное, естественно, что-то же морское, там, может быть, улиток или крабов, я не знаю. Вот они знают, что они искали. И вот что-то они прям, у них сумки такие, и они вот ходили прям вот возле воды, чтобы были камни, и вот они там что-то ищут. Интересно, я думаю, здесь очень много вот этих вот маленьких улиточек. Может быть, вот они их собирали. Не знаю, что тут еще можно собирать. Ну и крабы есть здесь, и все в дырочках вот в скале. Крабы и улитки. Все, больше ничего нету. Рыб же они не ловили голыми руками. Хотя от них можно что угодно ожидать.